Приветствую вас, мои дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «В гостях у Елены» и «Моя деревенская жизнь с нуля». Дорогие друзья, с Новым годом вас! С новым 2022 годом! Радости, мира, тепла, добра, всех благ в ваших домах, дорогие друзья! Сегодня я начинаю свой влог вот с готовки. Конечно же, этот влог выйдет как раз-таки в новом году, но я готовлю 30 числа много блюд, поэтому хочу в домашнем влоге примерно показать, как я это делаю. Итак, дорогие друзья, с чего я начинаю. Сейчас налью сюда воды, буду варить рульку свиную и голень индейки. Это у меня будет студень, на студень. Добавлю сюда сейчас лук, одну луковицу пополам, черный перец и морковку. Вот таким образом у меня будет готовиться. Но добавляю я только тогда, когда возьму пену сверху. То есть сейчас будет кипеть, появится пена, и я все это соберу. Что хочу сказать. Многие как закипают, готовят вот таким образом. Закипает, значит, вода, и они промывают мясо в воде проточной. И снова складывают, заливают водой и варят. И так тоже можно. Пожалуйста. Но я вымачиваю мясо ночь. Меняю воду в течение дня, вот я с вечера замачиваю, вот меняю, и на ночь в последней ледяной воде оставляю мясо. Чищу, мою как следует, и мясо у меня становится розовенько-белое. Никакой кровиночки, никаких, ничего здесь нет. Появляется небольшая пенка, я собираю и выбрасываю. Для меня, я лично что? Считаю, что это самое вкусное, да, бульон этот. Я понимаю, которым людям нельзя первый бульон кушать, но это уже совершенно другое. И другие блюда, и все по-другому. Поэтому я ставлю готовить. Буду готовить 2,5 часа. Готовлю в мультиварке. Вот. На позицию выбираю варка. Так, дорогие друзья, что я делаю сейчас? Я мариную утку. Значит, здесь у меня соевый соус, я вам его показывала. Специально для маринада. Это кавказская горчица и мед. Соевый соус, он уже там с медом, но я добавила еще столовую ложку меда. Смесь перцев добавлю, соль. Больше ничего, дорогие друзья, добавлять не буду. Вот такую приправу чуть-чуть добавлю. Вот, капельку. Она такой вкус дает хороший. Мне нравится эта приправа. И все. Больше ничего не надо. Натру и убираю ее на ночь. Вот прям на ночь. И может она стоять день еще, и ничего ей не будет. Она всех лучше замаринуется. Вот сегодня 30-е вечер. Вот она у меня будет стоять ночь, и будет стоять еще день, и где-то часиков 6:31, то есть завтра, я поставлю ее в духовку запекать. Фаршировать буду яблоками. Итак, осталось у меня совершенно немного времени. И нужно посмотреть, вдруг уже готово. Опа! Ай-яй-яй. Думаю, что еще нет. Да, еще пусть пол... А, да, уже... Ой-ой-ой-ой, прям очень даже хорошо уже. Ой, какая вкуснятина. А. Но оставлю пусть. Как раз ровно 2,5 часа я всегда это дело выпекаю. Простите, варю. Так что закрываю и оставляю. На подходе у меня отварить картофель, морковь. Здесь у меня на подходе свекла. Почему здесь буду готовить, а не мультиварки? Потому что там у меня варится уже мясо, и следующее мясо туда я тоже поставлю готовить. Поэтому мультиварка у меня одна. А готовить нужно все и быстро. Здесь у меня варится 2 языка и 1 грудка домашней курицы. Да. Вот сейчас я уже сверху пенку забрала, уже будет кипеть. Все уже сделано. Значит, хочу покушать. В водичку укроп положила, пусть он у меня немножечко приподнимется. Собираюсь пойти в наш магазинчик. О, немножечко хорошо, прям он прям поднимается. Посмотреть еще какие-нибудь салаты и кое-что еще докупить. Посмотрите, я горбушу готовила. Рулет и отварила себе бульон из 2 голов и 2 хвостов. Думаю, покушаю. Конечно, не удалось мне покушать, да? Угу. Сейчас хочу подкрепиться, хочу разогреть и вот вытащить мясо отовсюду, перебрать все это дело.
снова в бульон положить, поставить картошечку сюда добавлю, вскипячу, добавлю сюда зелень. И буду просто кушать, обыкновенную уху. Да, подкреплюсь, потому что надо не только работать, дорогие друзья, но еще нужно кушать. Так, что я еще делаю? Мариную грибы. Решила снять рецепт на кулинарный канал. То есть вот они у меня уже варятся, а здесь у меня уже готов маринад вкуснячий. Такой штучки от Faberlic я буду складывать и мариновать. Так что вот такие дела. Готово у меня уже. Ай, студень, все отварено. Посмотрите, какая вкуснятина. Такой запах по всему дому. Вышла на улицу. На улице запах вкусности приготовления. Дам остыть. И потом разберу на кусочки. Покажу вам, как это будет выглядеть. Сейчас пока я готовлю вот эту вкуснятину. Здесь у меня уже грудку я забрала. Опа, здесь еще варится у меня, два языка доваривается, да. А грудка уже отварилась, потому что она быстрее отваривается, грудка курочки. В общем, вот такие дела. Здесь вот у меня варятся вкусные грибочки. У меня этот рецепт очень давно, я нашла его в журнале. И переписала его в ежедневник. И посмотрела, искала рецепты свои, смотрела, что можно приготовить. И вот его увидела, решила приготовить. Поэтому я не купила никаких шампиньонов. Во-первых, у меня есть грибы от Ирочки, маринованные. Вот. Так что нам хватит. Артем не особо любит грибы. Вот, я люблю. Так что нам хватает. Вот здесь полкило, 600 грамм. Поэтому нам его хватит. И, кстати, сутки маринуются. Вот сегодня 30-е, я это делаю вечером, и завтра к вечеру будут уже готовы, будут очень вкусные. Итак, друзья, я уже рецепт отсняла. Посмотрите, какая получается вкуснятина. И как получается красиво, всем советую. Когда вы попробуете этот рецепт, вы никогда не будете желать купить шампиньоны маринованные. Будете сами готовить. Вот. И нужно оставить мариноваться ровно на сутки. Итак, дорогие друзья, вот бульон. Посмотрите, какой он красивый. Даже потолок виден, да? И шторы тут высвечиваются. Очень красиво. Я сюда добавила, если вы заметили, лук вместе с шелухой. И он получился вот таким вот красивым, прозрачным. Здесь у меня мясо. Прямо полностью, видите, от кости отходит. Я сейчас буду все это разбирать и буду готовить. Сейчас чеснок обязательно. Мой чесночище огромный буду чистить. Добавлять в бульон. Да. Я уже солила мясо, когда готовила. Еще раз проверю на соленость. Вот. Да, хочу добавить сюда еще отдельно молотый черный перец, очень нам нравится, и чеснок. И вот так вот в горячем виде с чесночком я оставляю, пока остынет, тепленький такой вот будет. И тогда чеснок отдает вкус. Я не люблю чеснок, вот, чтобы сюда попадал. Если делать, есть такой студень, который вместе с чесночком там, я не люблю. Ну, могу поесть, да, но не очень. Я лучше оставляю в горячем, вот уже прям вот сейчас он еще кипяток. Сейчас прям натру, накрою, и все отдастся, весь вкус, весь запах. И только добавлю сюда черный перец, смесь черного перца, свежих промолочу, и сюда отправлю. И будет очень вкусно. Ну, я имею в виду в мясо. Так, ну что ж, дорогие друзья, 31-е сегодня. Нарезаю вкусняшки. Это у меня оливье. Я делаю с языком. И сметану смешиваю с горчицей. И немного, чуть-чуть буквально добавляю майонеза своего. Вот уже последний я добавила туда. Вот здесь вот я его готовила. Ну, как и вы все. И теперь здесь я буду делать вкуснятину. И потом на столе я вам расскажу и покажу. Здесь у меня уже рулет небольшой индейки, про который я вам говорила. А вот тут у меня готовится буженина. Ай, горячие запахи.
вкусняшки, как и у всех вас. Здесь, значит, сейчас я буду уточку упаковывать. Уже яблоки туда нафарширую. И рукав уберу. Может, не может, а, наверное, точно. Я буду ее готовить в пергаментной бумаге. Очень вкусно, она прям нежнейшая получается. Советую, я практически всегда это делаю. Вот так. Буженину в пакете сделала, в рукаве. И вот эту вкуснятину тоже в рукаве. Так что, вот такие дела. Шуба у меня уже готова. Вот она, шубка у меня уже готова. Ну, в принципе, полуготова, да? Вот это мусс для нее. А если вы помните, в 2019 году, да, получается, мы здесь второй Новый год зимуем здесь, да, в деревне. А это мы еще в квартире жили, 2019, да-да-да. И я готовила на столе, вот, 2019 год, вот такой вкуснятину. Так что, значит, здесь у меня уже, я вытащила из холодильника, готовы шампиньоны, видите, маринованные, вкуснятина. Дорогие друзья, мы вас приветствуем. Вы, как всегда, на канале «В гостях у Елены» и «Деревенская жизнь с нуля». Мы накрыли уже стол здесь у нас дома. Сейчас сядем с Артемом, проводим старый год, да, 2021. Накрыли не очень сильно, так слегка, потому что мы праздновать будем с родными. Это так, для себя, для нас двоих посидим, отметим. Проводим, да, вот так, да, Тём, правильно сказать, проводим 2021, а потом встретим 2022. Это у меня оливье, да-да-да, вот такой он красивый, вкусный. Я взбила горошек зеленый и авокадо. Добавила сюда горчички, сметаны, и вот такая вкуснятина получилась. Вот так вот у меня украшен оливье. Можно было бы еще что придумать, но мне не хотелось, не захотелось. Вот так вот очень красиво и хватит. Это у нас бутерброды с икрой. Это те самые шампиньоны, которые на канале у меня есть. Я снимала «Вкусная минутка» с Еленой. Шампиньоны маринованные. А это шуба. Если вы помните, я уже ее делала в один год. 2019, да. Вот такой. Здесь у меня рыбка красная. Тунец и креветки. Вот. Здесь нарезка, да, и овощи. Вот, томатики. Я думаю, нам хватит проводить старый Новый год. Это, конечно, рулет. Это буженина, которую я делаю. Она тоже на канале у меня есть. Это рулет с индейкой, с зеленью и с маслом сливочным. Ну, а это покупная колбаска, да, и сырок. Вот. Еще не нарезала... Ну, это мы уже там на столе нарежем у родных, этот с горбушей рулет. А это тирамису, вот такой красивый. Один мы туда сделала я, один туда отнесли, и один нам домой. Вот такой вот он у меня получился, классненький. Надо сказать, что это наша черника с нашего огорода, голубика. Голубика. И здесь тоже все ягоды наши. Посмотрите, какая крупная голубика. Вот. Клюква только покупная. Это красный крыжовник и зеленый. В общем, вот так вот у нас выглядит стол. Конечно, у нас еще утка есть. Я вам потом все покажу. Это сейчас пока вот такой вот небольшой у нас стол. Это, в принципе, для красоты здесь. Все, дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Еще позже, когда уже наступит он, и поздравим с настоящим Новым годом, который уже придет к нам. Друзья, я забыла выставить студень. Вот хочу вам показать. Много таких тарелочек я сделала. Вот так вот украсила. Снежинка посерединке. Вот. Вот так мы проводим 2021 год с тобой. Куча блюд. И говорю, что мало, что-то мало мы. Утка у нас есть, вон там Артем картофель, я положила ему, я не хочу, горячий, и он хочет картофель. Утка, картофель, чего только нет еще в холодильнике. И морской салат, мы просто, я не стала его мазать, потому что не будем кушать.
Для двоих это слишком уже. Каждый раз говорю, что не буду делать много, да, Тём? И все равно делается. Это у нас фрукты, виноград. А это у нас Иван Васильевич меняет профессию. Здесь у нас тоже вкусняшки. Вот. Так вот сидим. Радуемся, отдыхаем. Устали оба. Поздравляем вас! Спасибо огромное, что вы с нами. Спасибо за прошедший год, что поддерживали нас. За то, что вы есть. Просто мы вас очень любим. Счастья вам, мира, добра, любви, здоровья, всех благ. Пусть сбудутся все ваши мечты, которые не сбылись в 2021. В 2022 пусть все сбудутся и новые мечты. Всяких разных в жизни побед, преодолеть все, что будет плохое на пути. В общем, все, хвост пистолетиком, всех поздравляем и любим. Пух! Друзья, мы гуляем в парке, сегодня первое число, вот там наш дом. Посмотрите, какая красота, тишина такая. Птички только поют. Тёма, помаши всем. Идем на каток. Друзья, такая красота, погода самое то, а завтрашнего дня уже обещает холод, побольше мороз. А сегодня, ты смотрел, Тём, сколько градусов? Ну, как 7 передавали, я смотрела 7 градусов. Вот, видите, с горы катается. Это еще мало, сейчас все начнут сюда сходиться, как говорится. Красота, просто прелесть. Вот туда дальше идти, есть такая картина, Галиночка нам прислала фотографию с этого, привет вам, Галиночка, с Новым годом, с Белоруссии, и она прислала фотографию, ну, я тебе показывала, и там картина, как будто то место вон там в лесу, елка и вдали вот это, ну, копья, такое впечатление, что здесь фотографировали, ну, я понимаю, что таких мест везде много похожих, это же природа, она повторяется. Ой, как хорошо. Как классно у нас дышится здесь. Ох, просто прелесть, друзья. Ой, счастье находиться. Посмотрите, как все заснежено. Как в сказке. Эти деревенские домики. Эти горки с детками. Просто прелесть. Ой, красота. Ой. В прошлом году я здесь каталась. В этом году сейчас не хочу кататься. Классно. Все классно. Все хорошо. Здоровье есть. Перешли в Новый год. С семьями все хорошо. И этому мы рады, благодарим Бога за все, да? Это ли не главное в нашей жизни? Ну что ж, дорогие друзья, а вот и наша уточка, которая только 1 числа у нас появляется на столе, потому что 31-го на ночь мы не кушаем мясо. Вот она, красотка. Сегодня мы будем ее кушать. Так вот она вся в зелени утопает. В соусе и в овощах. Это соус сметанный. Я делала сама с горчицей. И брусничный соус еще. Так, выглядит она. Красотка. Еще раз хочу поздравить всех с Новым годом, дорогие друзья, с 2022 годом. Всех благ вам, мира, добра. Так, ну что ж, мы сели пообедать уточку и с картошечкой. Картошечку я готовила с паприкой. Мелкая сухая паприка, я ее разламываю не на крупные такие кусочки. Вот, а это уточка, которая тает во рту. Я готовлю ее долго. Прям буквально она от кости отваливается. Когда вот ее разрезаешь, просто не разрезаешь, а разламываешь. Овощи, студень и, конечно же,
вкусняшки. У Артема сок, у меня вино розовое. Вот так вот сидим, кушаем. Ну и что ж, дорогие друзья, мы покушали, вышли на улицу. У нас опять снег, опять намело. Сейчас почистим. Там сзади дома вчера не чистили, только вот здесь везде чистили. А там вот не чистили. Сейчас будем чистить. Пообедали вкусненько, теперь вышли погулять снова. Вот так вот решила 2 дня вообще. Небольшие только кадры снимать и ничего. Артем машину завел прогреть. Ну просто он ее прогревает, включает. Такая у нас милая погода. 7 градусов и снег такой. Утром проснулись, вьюга такая была, действительно январская. Так заметала вообще. И сейчас успокоилась и просто так вот падает нежно так туда-сюда, качаясь. Снежинки, видите, порхаючи. Тихо так. Огни вон мы включили, сейчас еще включим на улице, пока еще светло. Не так они смотрятся. Такая красота у нас. Скрипит все. Классно вообще. У нас там вон куча машин, видите? Там полно народу приехало. Опять в парке. Лыжня там уже во всю Ивановскую, как говорится, катаются дети. Ой, очень-очень приятно гулять мимо тебя, лыжники. Как говорится, пролетают. Вообще, в принципе, здесь соревнования у нас в парке проходят. Лес, парк вот он красивый, вообще большой. Вот такая вот у нас красотень. Просто хочется... О, ветерок подул. Отдыхать, отдыхать. Все меня запрещали брать телефон в руки, и я его не взяла. Просто праздновали Новый год, отдыхали. И только вот первого сейчас. В общем, я это видео... Сейчас так повернусь, чтобы ветер. Это видео соберу из нескольких кадров, дорогие друзья. И поздравления. Это получается у меня 31-го, 1-е. Вот. Все вместе. Из кусочков соберу видео. Такие небольшие кадры вам снимала. Чтобы вы были в курсе, что все хорошо у нас. Что мы тоже отдыхаем, как и все люди. Хочется отдохнуть. Ничего больше не надо. Эти готовки, полно всего. Вот. Хорошо я в этом году поступила. Да и не только в этом, и в прошлом году как-то. Уже, по-моему, уже, наверное, 3-й год или 2, вот точно я так готовлю. Если нужно, потом еще приготовлю. Например, на оливье у меня было все отварено. Я сегодня нарежу, вечером к нам гости придут. То есть у меня все вот так вот отварено, готово. 1 числа вот это я поставила, чтобы ну, на 2-е там, кто в гости, кто 1-го, кто 2-го. Поэтому это очень хорошо и очень удобно. Вот так вот сильно я не готовлю. Ну, конечно, за исключением, если у вас вы будете праздновать и будут с вами там родные, дети, это безусловно. У меня, когда раньше дети были, жили с нами, так и я ломились столы у меня на 2-3 дня, и потом только опять начинала готовить. Поэтому как-то так. Обязательно нужно делить блюда, чтобы все кушать свежие и пробовать. Особенно вот мы вдвоем, ну, зайдут к нам, покушают там, по очереди гости. Дотём. Привет. Идем чистить. Вот такую принес. Это ты брал у Жени, да? Надо купить нам, Тём, тоже такую. Она не тяжелая, Тём? А? Не тяжелая она? Да нет. Это вот как та моя черная, да, которую ты мне купил, легенькую. Угу. И сейчас сзади пойдем кидать там. Я вот после того, как ключица-то у меня почистила еще пару раз, не дала отдохнуть, чтобы прошла у меня рука. А сейчас вот 3 дня я вообще не дотрагиваюсь. Ну, в принципе, и не намело так много. Вот как я почистила, сейчас Артем первый раз чистит. Ну, так у нас не было снега. Вот только пошел. И то вот, если уж было чищено, вот я чистила, и только поправить можно. Видите, дорожки все. А сзади дома-то один раз я пропустила, и все. Сейчас Артем будет чистить. Вот.
Ой, как хорошо. Сегодня вязать буду вечером, да, Тём? Фильм будем смотреть, Тёма свой сидеть тоже хочет какой-нибудь фильм посмотреть тоже. Вместе будем. Хорошая штука, слушай-ка, раз и все, надо купить. Еще такой вот у нас нет.